все. Вы прям на болото приехали, что ли? Где? Слушай, тормози. Нас здесь уже сейчас могут принять. Мы на болотах уже. Ну, далеко от этого места сзади. Да мы здесь уже, блин. Нас могут принять. Это болото. Болото. А вот и стрельба. По-моему, КамАЗу плохо стало. Моментально так. На 50, на 30 азимут, он там в сток врезался, его расстреляли. Еще раз банзе. Глушитель? Да, мой глушитель. Ну, наш, флэш. Наш. Послушку. К вам в спину заходит один. Ты его видишь? Ну, с АКСУху он, да? Да наш, наш. А, все, тогда. Они под елочками могут лежать. А, фраг американский дом получается черный этот, да, оттуда били. Со стройки били. Какой сейчас строй? Вижу, бегают около стройки. На болото не забежал. А я стройку не вижу, что, что является стройкой. Около железной дороги там этот вагон сломан. Ага. На северо-востоке стройка. Сейчас к черному дому один подойдет. Да, вижу, пробегают по северу. По северу они начинают убегать. Кто за КамАЗом? Они за КамАЗом? КамАЗ лутает? Да, с КамАЗа выбежали. Так, достаю трубу. От УАЗика КамАЗ на сколько? Где-то на 20-30. Он убежал севернее, где-то на 10 примерно. По мне. На север. На север, на шоссе надлежит. Ой, по мне бьют. Чё, все там попал, нет? Или я случайно своих накрыл? Да, но своего не стали по своей стороне. Шальной калаш.
помню. Нами не подорвал. В черных домах вроде. Свой вроде там, нет? Кто в черных домах? Одному убрал. Чего кажется, тебя нет? Опа. Это я стрелял. На северо-востоке. За черными домами ориентир камень. Я рядом с тобой. Меня бисун сплюнул. Как бы с севера не зашли. А вы в черный дом бревенчатый заходили? За черным домом стреляют. Да. Слышь, попробуй Паш, проверить. Тут бледный бисмут. Кто это говорит? Бисмут, бисмут. Либо у нас кто-то КВ-ку поднял и начинает да. Говорить. Ну и пусть слушает. Если захотят, я могу музычку подрубить. Брат, у тебя. Так они там вокруг. Меня слушают? Да. Я слышу. Брок пленного взял. Да, стой, ты сдох, Паш. Че? Сдох. Да. Какой-то странный пленный. Вот это уже нарушение Женевской конвенции. Блин, я сейчас плагин отрубил, короче, и перезашел в канал урок и слушаю. Там живой, что ли? Точно. Бисмут, да? Брок, заняться нечем. Ну да, конечно. Это меня Карич снял, получается? Да.
Опа, Харрис приехал. Даже его не видел. Здравствуйте. Хотя смотрел прям в эту точку. А это бонзай спасибо. Да. Ты когда меня слил, ты себя спалил. Там... Вай, как жалко. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоп, кто меня зеленый убил, да? Кто это такой тут? Брок убил тебя, наверное. Сейчас именно? Это Ларин меня убил. А я жду. А Бисмут типа в свободном полете? Да мы что-то плохо совсем весь посмотрели. В смысле, Вул? В смысле ты тут сидишь? Как ты? Я умер. А. Я маслину поймал, короче, ожил и снова обратно. Я не знаю, получается, половину. Два раза. Брок зажать не можешь. Не вертука. Стреляю, туби, бог подует. Добро пожаловать в наши ряды. Без оружия ползал, вы чё? Бисмут, добро пожаловать в наши ряды. В смысле? Что вы доминируете? Вертук. Ну, на коленке а я. А кто меня бонзай убил, да? Да. Разущего. Нет, Брок. Брок вроде. Как Брок ты меня убил? А, нет, бонзай да. Брок меня в плен взял. Я потом полз к трупу и меня убил бонзай. Все, я понял. Не пойдешь? Углиста. Переключись на Брок и, короче, вверх. Открути, короче, видишь там два трупа. Одинаково лежащих почти. Ну да. Вот видишь дальний, короче, который в одном направлении. Это там ворон лежит, а то. А, там еще и. Там сам я. А, он еще там мой труп, он. Вот он слева это я, а справа. Справа ты, короче. Справа ты. Дальше мой. Колено? Бля, его. Косые. Два косых. Бронеёлка-то. Не, Брок без ног тебе. Чё, макалары? Ой, макалары. Чё, в ёлочку? В ёлочку! В ёлочку! Нихрена себе! Вот это он жёсткий. Граф вообще не обосрался. Охренеть. Охренеть. Мой космос слил.